привет, дорогие зрители канала Минер Санте, меня зовут Джека. И сегодня мы с вами продолжаем, точнее, можно сказать, начинаем изучать снова механизмы в Майнкрафте. Механизмы, как Минер Санте, уже давно не выходили, вы это, наверное, заметили, и пора бы нам это исправить. Мои туториалы будут не такие уж и длинные, 2-5 минут. И не обещаю, что все они будут особо и нужные. И еще хотелось бы отметить, что все мои механизмы, то есть которые я буду показывать вам, придуманы по большей части не от меня. Почти все механизмы, которые я знаю, я взял из интернета, то есть все мои знания воплощал в интернет. Ну и вот, давайте приступим к созданию первого механизма. Это называется ракета или как-то типа того, я не знаю. Называйте его как хотите. Вот сюда вот заливаем воду. Здесь ставим ТНТ. Здесь ставим блок, кнопку. Проводим по кругу всего ТНТ редстоун. И теперь тупо ложимся, точнее садимся вот сюда. Вот, ждем. Вот, нас подкинуло несколько кубиков вверх. На кубиков 30-40, наверное. Ну и вот. Механизм, как вы поняли, не особо-то и нужный. Он может понадобиться только при создании каких-то карт, скорее всего, испытаний. То есть одноразовый вот такой вот подъемник. Потом, может, на каких-нибудь серверах, вы там богатый человек, и вы все себе позволяете, вы можете делать это типа такого своеобразного лифта на второй этаж. Ну, или не знаю, ваше дело. Ну и все, в принципе, конец. Всем спасибо за просмотр, с вами был Жека из Минер Санте, подписывайтесь на видеоролики, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.